Певица и ведущая Анна Семенович в шоу «Секрет на миллион» призналась, что у нее была единственная пластика по уменьшению груди. На протяжении долгих лет Анна Семенович испытывает проблемы из-за пышного бюста. Несмотря на то, что певица много раз говорила о натуральности своих форм, ей до сих пор не верят и считают, что много лет назад она прибегла к услугам пластических хирургов. Оказалось, что артистка действительно легла под нож. Правда, грудь она не увеличивала, а уменьшала. Несколько лет назад Семенович узнала, что у нее гигантомастия. Именно такой диагноз ставят женщинам, у которых 6, 7, 8 или 9 размер. А каждая грудь весит больше 2,5 килограммов. Сама Анна говорит, что в этом виноваты не только гены, но и стресс. 5 лет назад у нее случился гормональный сбой, после чего артистка поправилась на 7 килограммов, что сразу же отразилось на бюсте. В какой-то момент, устав от насмешек окружающих, она пошла к специалистам, и ей предложили сделать редукцию груди. Когда была на консультации у мамолога, то мне посоветовали уменьшить с 9 до 5 размера. Долго выбирала врача, ездила в Германию, была на приеме в Израиле. Но как-то подруга посоветовала доктора в США, который оперирует голливудских звезд, вспоминает Семенович. По словам Анны, когда она позвонила маме и рассказала о желании, то та сказала: «Делай». Ведь грудь продолжала расти, а телевизионный экран заметно увеличивает и без того пышные формы звезды. В итоге она легла под нож хирурга и пробыла в клинике 3 дня. После чего ей месяц прописали постельный режим, и еще полгода она приходила в себя. «Я никогда до этого не была под наркозом, очень боялась», — призналась певица. Экс-солистка «Блестящих» говорит, что на такой шаг ее подтолкнуло желание иметь детей. И перед зачатием она решила сбросить этот груз и захотела почувствовать себя иначе. «После родов мне все равно придется прибегнуть к этой операции, а иначе у меня будет молокозавод, и я смогу прокормить всю страну», — рассуждает Семенович. Новый возлюбленный певица, с которым она встречается несколько месяцев, поддерживает артистку и знает о ее диагнозе. Анна говорит, что из всех мужчин он принял звезду не как девушку с экрана, которую желает вся мужская половина страны, а как женщину с проблемами, страхами и переживаниями. В эфире программы «Секрет на миллион» певица обратилась ко всем людям, которые смеются над большим ростом, бюстом или же другими особенностями людей. Подумайте, насколько больно вы делаете этому человеку, как на него это может повлиять. По ее словам, когда ее обижали или задавали неуместные вопросы, то она была глубоко несчастна. И не факт, что все могло бы закончиться хорошо. Не решись она на операцию. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии.